Детское радио представляет. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. В парусной мастерской, где я, старый боцман, провожу почти все время, висит на стене старая волшебная карта. Стоит шагнуть за нее, и окажешься на берегу любого океана в любой эпохе. Путешествую я с учениками Академии парусного спорта, построенной для питерских ребят «Газпромом» Витей и Светой. На этот раз старая карта отправила нас в Америку. Там мы стали свидетелями визита русской эскадры в Нью-Йорк. Своими глазами видели первый в истории бой между броненосными кораблями, Монитором и Виргинией. И, конечно, у Вити и Светы появились вопросы. А в России мониторы были? А вот сейчас и посмотрим. Готовы? Да. Это что, Кронштадт? Да, Витя. А почему столько кораблей? Выстроились две линии и украшены флагами. Стреляют! Что здесь происходит? Да это российский императорский флот выстроился для торжественного смотра. Видите, между рядами идет остроносое судно. Когда оно проходит мимо корабля, тот дает залп из всех пушек. Так и надо, это же императорская яхта. Царь Александр II обходит на ней строй кораблей. А что это за корабли? Такие большие, черные, с мачтами, парусами и трубами. Это светоброненосные винтовые фрегаты Балтийского флота. Генерал-адмирал, Петропавловск, князь Пожарский и другие. Они предназначены для того, чтобы вырваться на океанский простор и начать там охоту на неприятеля. Охоту? Россия с кем-то воюет? Ну, в данный момент ни с кем. Но всю вторую половину 19 века наша страна не раз оказывалась на грани войны с Британской империей. Эти фрегаты, а также винтовые клиперы, должны были поумерить пыл гордых островитян на океанских просторах. А корабли во второй линии, они совсем другие. Да, точно. Похоже на американский монитор, который мы недавно видели. А это и есть мониторы, точнее, башенные броненосные лодки, как их называли в России. 10 построены по американскому проекту – «Единорог», «Ратник», «Стрелец» и другие. А были с двумя и даже тремя башнями – «Смерч», «Чародейка» и «Русалка». Эти корабли предназначены для обороны Финского залива. И что, англичане не напали на Финский залив и Петербург? После того, как их погнали отсюда во время Крымской войны, они не раз готовились и собирали мощные эскадры. Но потом, когда прикидывали, что кроме фортов Кронштадта им придется сражаться и с русскими мониторами, отказывались от этой затеи. Значит, эти корабли, хоть и не сражались, защитили столицу. Именно так. Жалко, что ни один из них не дожил до наших дней. Не дожил, говорите? А вот посмотрим, клянусь Нордостом. Что посмотрим? А увидите. Ой, мы снова в гавани Кронштадта. Только это не прошлое, а наши дни. Самолет в небе, современные корабли у пирсов. Нет, Витька, не только современный. А что это за старая баржа у берега? Давайте подойдем и спросим. Витя, лево на борт. Есть! Эй, на барже! Как называется ваша посудина? Сами вы баржа. Это монитор, стрелец. На нем раньше хранили морские мины, а уж после переделали в плавучую мастерскую. А когда судно совсем обветшало, бросили здесь. А мы, к
клуб любителей морской старины. Решили его восстановить. И он будет в точности таким, как 150 лет назад? Многое придется делать заново, но не сомневайтесь, будет как новенький. Встанет на почетном месте, как живой свидетель морской славы России. Как крейсер «Аврора». О, точно! И люди будут ходить на «Стрелец», как в музей. Вот так-то, Соложата. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Продолжение следует.